Сангсалыр – важный обряд встречи Нового года по лунному календарю. В первое утро шага готовят ритуальный костер, разжигают его перед рассветом. Буддийские монахи читают сутры, жители кладут в огонь белую пищу, которая считается почетной. Главный смысл обряда – очищение, духовное обновление и подношение духом хозяевам природы. Обряд провели и рядом с новым буддийским монастырем Туптан-Шедроплинг в микрорайоне Южный. Шага – семейный праздник. В ритуале, который проводится в черте города, мужчины и женщины участвуют в равной мере. Очень радуюсь. Поголовно начали свою туинскую одежду одевать все население, потому что такой прекрасный у нас храм надо беречь, надо учиться. Главное, чтобы душе все чисто было. Не воровать, не завидовать, гордыню делать. Надо трудиться на благо нашей Тувы и России. Во-первых, всех поздравляю с праздником Шага. Мы провожаем старый год, встречаем Новый год по восточному календарю. Так как мы буддисты, этот праздник для нас очень значим. Поэтому я желаю мира, добра, счастья всей тувинской земле, народу Тувы. Пришел с другом на обряд Сангсалыр. Мы принесли белую пищу и покормили духов огня. Всех поздравляю с шага и передаю привет своим родным, близким и землякам тоджинцам. Дорогие земляки, поздравляю вас со светлым праздником Шага и желаю, чтобы наступивший год дракона принес нам только все хорошее. От всей души поздравляю весь наш тувинский народ с праздником Шага. В год дракона желаю своим землякам успехов и белой, как молоко дороги, во всех начинаниях и делах. Ритуальный костер с подношениями божествам разгорается равномерно, быстро, и это хороший знак. Отовсюду звучат праздничные приветствия, люди поздравляют друг друга с наступающим праздником. Имел возможность поздравить наших жителей, которые празднуют данное мероприятие. Пожелал всем добра, спокойствия, мира и крепкого здоровья. Особо, конечно же, необходимо отметить про наших ребят, которые сейчас участвуют на зоне СВО, выполняют свой долг. Призвал всех наших жителей, всех наших земляков молиться о здравии, о том, чтобы ребята вернулись живыми и невредимыми, и установился мир. Пользуясь случаем, хочу пожелать лично от себя, от членов правительства, всем нашим землякам в наступившем новом году крепкого здоровья. С этого часа шага шагает по Туве. В честь наступления Нового года на площади Арата развернутся праздничные мероприятия, театрализованные представления, национальные игры и различные конкурсы. Айдана Сендинма, Чайхан Дунгак, Ангар Кюжигет, телеканал Тува 24.